Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джордж Хичкок. Американский художник, родился в Провиденсе, Род-Айленд, и в основном работал в Европе, особенно в Нидерландах. Родился 29 сентября 1850 года. Окончил университет Брауна и Гарвардскую школу права в 1874 году. Затем он обратил свое внимание на искусство, стал учеником Гюстава Буланже, Жюля Жозефа Лефевра в Академии Жюлиана в Париже. На Парижском салоне 1885 года он привлек к себе внимание своей картиной «Выращивание тюльпанов» в голландском саду, которую он нарисовал в Нидерландах. В течение многих лет у него была студия в Голландии, недалеко от Эгмонт-эн-Зии. Это небольшая деревня на побережье Северного моря в голландской провинции Северной Голландии, где он основал свою летнюю школу искусств, которая позже привела к появлению группы возвращающихся на лето художников, неофициально ставших школой Эгмонта. Стал кавалером французского ордена Почетного легиона и членом Венской академии искусств, общества Мюнхенского сецессиона и других художественных организаций, а также был представлен в Дрезденской галерее императорской коллекции в Вене, Чикагском художественном институте и Детройтском институте искусств. В 1909 году был избран в Национальную академию дизайна в качестве младшего академика. Женился на Генриетте Уокер Ричардсон в 1881 году, но развелся с ней в 1905 году и 9 дней спустя женился на Сесил Джей, студентке летней школы искусств, которая была на 33 года моложе художника. На момент своей смерти в 1913 году художник жил в плавучем доме в гавани Маркина, это Нидерланды. Но так вкратце, из интернета, о американском художнике, который родился в Провиденсе, Род-Айленд. В основном работал в Европе, особенно в Нидерландах, художник Джордж Хичкок. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания.